Дорогие друзья, всем привет, с вами Богдан. Мы возвращаемся к склерозе, сейчас будем дальше проходить. Вы сейчас будете смотреть тот фрагмент, который я вырезал с прошлого раза, а потом уже будем продолжать, собственно, то, на чем мы остановились. Я записываю подряд, то есть записываю прошлое видео, которое, скорее всего, вы посмотрите раньше. У меня также какие-то проблемы с носом. Не знаю, что это, я еще немного не выспался, но снимать с вебкой надо, потому что это все-таки же амнезия на телефоне, поэтому погнали. Погнали смотреть, что нас там дальше ждет, а дальше, по идее, мы должны идти в винный погреб, поэтому будет интересно. Не, погоди. Вот так сделаем. Что такое? Что с тобой? 17 мая 1839 года. Мне показалось, что я колотил по камню целую вечность, пока ничего не показывает. Я был заперт. Задыхаясь, я рухнул на пол и попытался собраться. Вдруг я заметил слабый синий свет. Я с трудом передвигал ногами, но заставил себя идти к этому завораживающему свету. Не спешил гаснуть. В темноте я чувствовал его притяжение. Идем, блядь, ну идем на синий свет, так отдержан, блядь, тут синий. Я потянулся к свету, но он выскользнул из пальцев и ярко вспыхнул, унося меня прочь. На меня навалились странные видения. Я видел спиральные башни, бесконечные пустыни и невозможную архитектуру. Следующее, что я помню, это скрежет камня и голоса арабов, которые вытаскивали меня из усыпальницы. В руках я сжимал осколки странной реликвии. Ебать, живи. Опять на пианине играет. Поиграет, охуеть, да? А я обутаюсь, подожди. Володя Новосел, спасибо тебе за трудницу. Твою ж мать. Центральная Пруссия, королевство Пруссия. Мы где-то в Пруссии, блядь. Карты тут. Вот шепчет, как змея, таракан. Так, а как мне отсюда выбираться? У меня же в инвентаре ничего больше нет. Правильно? Надо как-то выбраться. Ой, блядь, темно. Так, где же выход? Тихо, не застревай. Что в записках? Ничего. А что тут? О, это я могу читать, да? Что со мной? О, это я в темноте и буду, да? Так, ну значит ищем какую-то тайную дверь, наверное. Что-то. По-любому что-то надо найти, значит. А если взять камень и попробовать кинуть в эту? Кирпичи. Хрупкая, но руками ее не сломать. А ну, что есть тут такое? Что я могу схватить и не отпускать? Есть камень. Потащили, палец. Да, секунду. Ну ты это не надо. Ебать, не прыгай, ты чё, ебанулся? Да, да, я гений. Давай, погнали сюда. Действуй быстро. Когда задействуешь первую, услышишь этот звук. Если он прекратится, придется начать сначала.
А это не слишком? Нельзя пренебрегать осторожностью. А вам не кажется, что тут какая-то пизда сейчас будет? Я слышал, как кто-то скрежетал. Записка. Ладно, читай. Ну. А, я так и подумал, что стекло. Местное предание. Альштадт и замок Бреннербург. Глубоко в лесах Восточной Пруссии находится Альтштадт. Местечко богатое разного рода преданиями. Об этой деревушке и замке Бреннербург по соседству веками ходят легенды, покрытые лесами и озерами вершины, где царит вечный покой. Весьма живописный, но здесь обитает тьма. Спросите у местных и сразу же услышите целый набор баек. Рекомендуем туристам поинтересоваться этими рассказами. Легенды весьма занимательны, и в них встречаются общие мотивы. Понял. Вижу дверь. А есть тут всякие... Ага. Взял. А что у меня, кстати? Ну, их три, и, в принципе, зарядка есть, поэтому пойдем. Заперто. Не. Хуй там. Ага, она так выделялась, эта книжка. Слышите? Не пойму только где, не здесь. Где-то там, значит. Прикольно. Понять бы еще. А где? Где тут что-то открывается? Что? Где-то что-то открывается. А может, там не одна такая книжка? Да. Вот еще одна. Это просто хуйня. Вот еще одна. Понял. Ключ. Ключ от винного... винного погреба. А запертом винном погребе. Вильгельм и его недоумки порядком мешают моим исследованиям, обращаются с подопытным человеческим материалом, как попало. Шериф следит за лесами и убивает моих верных слуг. Еще немного они найдут следы, ведущие к Бреннербургу. Надо
запереть Вильгельма и его братью, чтобы народ больше не любопытствовал. Поэтому винный погреб будет закрыт, пока мы не решим проблему. Мне плевать, пусть хоть гниют себе на здоровье. Может, стоит дать им вина, в определенном смысле этим я убью двух зайцев сразу. Ага, в винном погребе будет хуйня происходить. Значит, в принципе, тогда мы продолжим в следующий раз это. Итак, я доиграл эти 10 минут, собственно, где нас не было. Я, конечно, чуть не обосрался, хотя же я это все переигрывал. Но реально страшно, бляха ты муха. Что ж ты будешь делать? Ладно, идем, нас ждет винный погреб, собственно. Нас ждет, собственно, винный погреб. Надо же как-то еще выбраться отсюда, правильно? А как я это... Найдите другой выход из этой зоны. Хорошо придумано. Как я буду искать выход? Кто-то хочет мне подсказать? Надо, кстати, копить этот. А то не так много маслица осталось. Тихо-тихо, ты там в темноте сильно не это. Не ходи. Вряд ли нам сюда. Руси всякие. Хорошо. Давай тогда туда, где я пробил камнем. Наверное, там будет где-то выход. А, вот тут еще записка, сейчас. Промахнулся. Ладно. Да ебать. Так, ну это я читал. Это я читал. Опа, это что? А-а-а. Так, ну нам тогда надо обратно. Правильно понял? Вот еще вспомнить, куда это обратно. Не поддается. Старые книги. Тут мы были, кстати. Вот это, наверное, я пропустил. Надо вернуться, короче. Тихо, а ты чё? Не смотрите на ворог слишком долго, это плохо скажется на вашем рассудке и в конце концов вас заметят. Да, где-то есть враги. Где враги? Ты чё я заорала только что, блядь? Ещё фонарик погас. У-у-у, блядь. Так, я с... Деть. Там тихо. Блядь, это что происходит, нахуй, страшно. Кабинет. Не поддаю. А, слава богу. Что ты у нас неподатливая дверка. Ладно. Ничего себе. Блять, я чую, дальше такая жопа сейчас начнется. Это прям вообще... Каменная дверь была явно установлена для защиты, понимать ее вновь не предполагалось. Так нахера вы лезли, блядь, долбоебы? Теперь мне вот это играть. Эй, бляха. Ну чую, жопа будет. Ой, прям чую, чуйка такая жопы. Уже начинается амнезия. Так, винный погреб, да, нам надо? А там же монстры находятся.
Я плюсь. Ебать! Тихо, тихо, тихо! Я понял. Ебануться. Он тебя и плющит, братишка. Так, ну я же думаю, мне тут не нужен свет сильный. Правда? Будем надеяться. Тут он паутины, я не помню, было ли столько паутины в прошлый раз. Так, ну типа это, наверное, значит, что там мы все закончили, правильно? Идем в винный погреб. Охуеть. Открыл. Погнали. Так, продолжаем. Собственно. Жопа, блядь. Давай, я готов. Я к этому готов, давай. Все. Доходит. Винный погреб. Да. Куда подевался барон? Да плевать! Он оставил там столько вина! Что хватит до скончания дней или хотя бы до завтра. Ёбнутый. Ой. Не открывается. А есть маслица? Ребят, маслица закончилась. Ну давай, блядь. Ой, а как это ты присел? Что? Как он это сделал? Ебануться. Маслица есть? Вылетела игра, непонятно почему, но давайте на этом, с этого момента продолжим, если что там будет много времени, я обрежу. Да плевать, он оставил нам столько вина, что хватит до скончания дней. Понял. Или хотя бы до завтра. А вот тут не спрятали мне случайно баночку? Не. Бля, ну все плохо вообще на самом деле. Я вот так заправлю чисто. Вот там крики нахуй. Что это? Используйте настойку опиума, чтобы поправить здоровье. Чтобы выпить настойку, то настойку.
меня ведь маслица нет. Он дверь тут открыл, вышел. Охуеть. А что у меня вот тут пролагало в этом месте? Не должно быть так. А вот так должно быть. Аури пигмент взял баночку. Вот шаги, блядь. Что по заряду? Ну еще есть. И баночка есть. Я даже не знаю, что говорить. Скажу только одно. Страшно, пиздец. Блядь, тут кровяка нам сюда. Справа кто-то ходит. Вот тут зажгу. Наверное, двери стоит закрывать, я думаю. Ой, бля. Что? Это куда? Бля, я понял, что это. Это нихуя не это. А можно это убрать? Надо копить этот самый. Вообще нету этих самых. Маслица нет. Вот так сейчас просмотрим. Очень много вот тех спичек. Трутница, блядь. А по маслу пизда. Я думал, это все масло. Хуй там. Понуться. Бля, масло все, пизда, масло. Что происходит? О, моя грудь! Сейчас! Разорвется! Что за черт? Квильгельм, сделай что-нибудь! Смиритесь. Живыми нам отсюда не выбраться. Что ты несешь? Александр, ты подлый ублюдок! Выпусти нас! Какая нахуй царская вода, блядь. Последние слова Вильгельма, охуеть. Мое имя Вильгельм из рода Гериха. Это мои последние слова, моя исповедь и свидетельство. 2 года назад меня вызвали в замок Бренненбург. Меня, как аристократа, терзало любопытство. Что могло потребоваться от меня, рыцарю ордена? Я принял приглашение. Барон был настроен дружески и кое-что мне предложил. Я понял, что это грязное дело, что барон выбрал меня за мои прошлые грехи, а не за почести, которые я заслужил во время сражений. Я должен был похищать здоровых людей по приказу барона, не задавая вопросов. В обмен на это он обещал рекомендовать меня ко двору короля, что упрочнило бы мой статус среди знати.
Хотел бы я сказать, что решение далось мне нелегко, но на самом деле я согласился, не раздумывая. С тех самых пор я приносил мужчин, женщин и детей в Бриненбург. Не помню, сколько их было, может, много, может, и целая сотня. В замке они исчезли навсегда. Сегодня барон пригласил меня и моих людей в винный погреб подпраздновать успех нашего дела. У меня были подозрения, но он настаивал и даже выпил вместе с нами. Вино было отличное, и мои люди напились вдоволь. И вот теперь пришла расплата за грехи. Барон запер нас в погребе и ушел наверх. Господи, прости меня за содеянное. Я был слаб и поддался дьявольским козням барона. Мои люди кричат от боли, их плоть разрывает их собственные кости. Мои внутренности тоже восстают против меня и готовы разорваться. Из вас пошла кровь, я больше не могу. Я тоже, кстати. А, не могу. Еще немножко, но могу. Дайте мне трутницу, блядь. Точнее, не трутницу, а эту. Маслица, блядь. Ну это пизда. Это пиздец. Собственно, мы вернулись в погреб. Я, короче, перепрошел с архивов, набрал себе этих масел, старался ничего не тратить. Куда подевался барон? Да плевать! Он оставил нам столько вина, что хватит до скончания дней! Или хотя бы до завтра! Чтобы, собственно, было повеселее. Здесь не открывается. По-моему, там хорошо. Да, да, это я понял. Подсказок дохуя, это еще как будто обучение до сих пор. Скримаки, а не монстр. Как понял я. Что тут что есть? Нифига. Так, ну давайте искать тогда. Давайте искать четвертое зелье. Правильно? Трутниц понасобираем, хорошо будет. Хватит тут бутылок, нахуй. Что тебя так штырит? Что такое? Рассудок. Ну я выпил, ему что-то легче не стало. Ебануться. Так, а что такое, дорогой? Как тебе, полегче? Вроде немножко, да. А что, фонарь разве не помогает? Ебать, тараканы поползли, я ебал. Здесь, кстати, могло бы быть что-то и спрятано. Всякие там маслицы, хуяслицы. Ладно, идем. Сколько у меня? 80. Нормально. Что такое? Только не речь, ты вылетаешь. Блин. Вылетела игра. Опять. Поэтому мы снова продолжаем. Она вот во время записи начинает намного хуже работать, чем без нее. Вот что я заметил. Так, нашли одну банку. Погнали дальше искать. По крайней мере, теперь хотя бы этот есть. Опа. Да. Мы были. Не злоупотреблять сильно фонарем. Тут пусто, да, чисто бочки. А
мало ли где-то что-то спрятано. Такое может быть. Не, нихуя. Так, фонарь давай зарядим разок. Вот масло себе припас. Масло припас вообще хорошо. Хоть они тут бухали, конечно, стри. Чтобы рассудку. Приближается. Нечто. Я такого не помню. Мы, наверное, тут не брали банально. Я, наверное, не заметил. Спокуха, братан. Мы живы. Ну, бочка упала, ничего страшного. Она ж пустая, наверное. Наверное, да. Что там что-то есть? А тут нет. Да бля, нахера мне столько трудниц? Ой, я наполнил масло с бочки. Ой, это прикольно. Ага. Сорян. Пройти не могу из-за вот этой вот хуйни. Так, а можно, да? Я вот так просто сделаю. Ебанутые тут ребята прям. Что ты трогаешь? Опа, разбил. Разбил нормально, а? Розочку сделал себе зато. Может, мне надо в трупах вот это искать? Что происходит? Моя грудь сейчас разорвется! Ну это мы дослушаем, если что, я вырежу. Как бы... Ах. Что за черт? Бегай! Сделай что-нибудь! Смиритесь. Живыми нам отсюда не выбраться. Что ты несешь? Александр, ты подлый ублюдок! Выпусти нас! О, сундучок. Да, блядь, заебались своими трудницами. Масло мне, масло. Я прошу всего лишь масло. Нахуя мне вот эти трудницы? Так, вот, ну это мы читали все. Вот
видите, вот фонарик взял, и намного стало больше видно. Нихуя. Так, ну надо сваливать тогда. Вопрос, будет ли какой-то скрипт сейчас. Я же собрал все баночки. Да? Ну давай. Ладно, пока масло спрячу. Тут свет есть более-менее. Идем в лабораторию тогда. Сейчас заправим. На этом будем заканчивать. Где там выход? Нормально. Нормально. 4 баночки масла собрали. У нас еще в запасе есть 3 баночки для фонаря. Мы там еще подзаправили в какой-то штуке. Надо внимательно осматривать местность. Ой, весь день сегодня что-то мешает постоянно. Так, хорошо. Мы сейчас ставим в лабораторию те наши ингредиенты, что мы нашли. И на этом, в принципе, заканчиваем. Сохраняемся, выходим. Да, вот это мы закончили, я понял, хорошо. Ебать! Сука. Нам в лабораторию надо. Да, вот это мы закончили, верю, хорошо. Наверное, то сработал скрипт как-то неправильно, мы же не все сложили. Масло, нам-то надо было еще возвращаться туда. Ну хорошо, хорошо. Зато собрали все 4. Я ожидал, в винном погребе будет чуть пострашнее, но типа ладно, я думаю, жопа еще впереди. Это ж только начало. Нас уже так подпугивают тем, что здесь кто-то ходит, здесь кто-то есть. А дальше за эти те, кто есть, будут, блядь, нас пиздить. Очевидно. Так, давай пробежим. Закинем. Ага. Где там эта хуйня была? Ну нахера ты включаешь? Так, хорошо, где? Вот. Огонь. Ебать, я алхимик, смотри на меня. О, какой я. Просто нужно установить емкость. Как? Погоди, а что за емкость? Ну да, она же откуда-то должна перелиться. Что за емкость, товарищи? Это мне где-то надо найти. Ну, емкость должна же быть где-то здесь, а не где-то там. А, все понял. Ранний алхимический эксперимент. Тот же третий попыток создать эликсир жизни искусственным способом. Ранее использованные компоненты недостаточно сильны, но я чувствую, что нахожусь на верном пути. Каламин и аурипид. Так, необходимое куприт. Так. Эксперимент провалился, растворил сухая кислота, но не годится ничего, кроме дезинфекции. Организмические ткани особенно уязвимы, с раствором следует обращаться очень осторожно. Возможно, я мог бы использовать рецепт, но сомневаюсь, что найду решение проблем. Взял склянку. Так, а маслица дайте. Блять. Ух
ты кто? Однажды я вернусь. Если бы не мысль о тебе, любимая, мне было бы незачем жить. Когда я совершаю ужасные вещи, я стараюсь помнить о тебе. Пока я думаю о тебе и о долгих днях, что мы проведем вместе, я знаю, что я лучше других людей. Мне жаль их, ими движет жажда безграничной власти. Я же желаю лишь справедливости и возвращения домой. Это вот этот Александр. Я там амнезии сотрел, особенно последнюю. Там же какой-то другой мир, вот это все. Да, да, вот это оно. Встань. Вот это сука, ебаный трудницы, да что ты, сука, будешь робить, нахуй? Да-да-да, все фонарь. Давай трудницами зажигать, а хули? Ну ладно. Собственно, так. Склянку поставили. Ебашим. А ну стой. На превьюшку. Охуенно будет. Склянка с кислотой. Понял. Собственно, на этом мы заканчиваем, друзья. Давайте я попробую сохранение и выход. И на этом, собственно, все. Всем спасибо. Продолжим в следующей серии. Все, что нужно, будет в описании. А на этом все, ребята. Всем спасибо, всем пока. Но мы сейчас проверим, как у нас сохранение и выходом. Либо этого не стоило делать. Ой, что это висло. Freak Channel Games. Да. Загрузка. Лаборатория 15. О, сохранилось. Все, ребята, всем пока.